Постарела мать за 30 лет, а везде я сына и нет, и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется. По весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино и в старый мол. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки. Алексей, проси, забеги. Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять типа так он бежит. Жив, здоров, не раз. Дома все ей чудилось кино. Все ждала, вот-вот сейчас окно посреди тревоги.